В отделении Пенсионного фонда Мирного неожиданный наплыв посетителей. Причина – дополнительные пенсионные баллы. Их могут получить женщины, у которых дети родились до 1991 года. Кому положен перерасчет и какую прибавку к пенсии он может дать? Ответы искала Ивана Филиппова. Галина Корчик, мать троих детей, узнав о возможной прибавке к пенсии, пришла на консультацию к специалистам Пенсионного фонда. У вас пенсия рассчитана как работающая пенсионерка. Вы по уходу за ребенком не сидели, все время работали. Это людям... Если раньше при расчете размера пенсии к периоду ухода за ребенком до 1,5 лет включали стаж, то теперь можно рассчитывать в пенсионных баллах. Если действительно женщина сидела, не работала фактически, это получается не страховые периоды. Подойти, значит, в Пенсионный фонд и написать заявление. У каждого перерасчет пенсии носит индивидуальный характер. Если пенсионеру перерасчет будет невыгодным, пенсия останется прежней. Ожидать увеличения пенсии после перерасчета смогут те, у кого были перерывы в работе. Мария Шпакова во время ухода за детьми не состояла в трудовых отношениях. Сейчас сказали по-новому, все пересматривается. Ну, вот будет какая-то мне доплата. Сроки подачи на перерасчет не ограничены. Необходимые документы – паспорт заявителя и свидетельство о рождении детей. Ивана Филиппова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».